Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. Ресторан вместо библиотеки. Жители Караганды возмущены открытием увеселительного заведения на месте научно-технической библиотеки. Здание находится на одной из первых и главных улиц города. Представляете, вот здесь в радиусе 2-3 километров 8 или 9 ресторанов. Вот педучилище, там ресторан, здесь ресторан. И представляете, ну, чему мы молодежь учим? То, что надо выпить, покурить. Ранее горожане болезненно отнеслись к тому, что вокруг здания спилили деревья. Оказалось, что расчистили место для парковки. Более 60 лет в здании располагался филиал Республиканской научно-технической библиотеки. Ее закрыли 3 года назад. Нашим корреспондентам удалось разыскать бывшего директора карагандинского филиала библиотеки. Она рассказала, что читальные залы закрылись после того, как растеряли клиентов из-за слишком завышенных цен на платные услуги. Собственность Республиканской научно-технической библиотеки. Она имеет право продать. Вроде как какая-то строительная компания выкупила это помещение.